Chuvi HiPad Air – цельнометаллический планшет с тонким корпусом и емким аккумулятором. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется блоком питания с кабелем USB-C, а также документацией. Из коробки планшет работает на операционной системе Android 11 с возможностью обновления до более современных версий. Корпус устройства цельнометаллический, без пластиковых вставок, поэтому для качественного приема беспроводных сигналов внутри установлена антенна с дополнительным усилителем. В качестве вычислительной начинки выступает 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T618. Также на борту предусмотрено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а благодаря поддержке карт памяти microSD емкость внутреннего хранилища можно увеличить еще на 512 ГБ. 10-дюймовый экран планшета построен на основе IPS-матрицы с разрешением 1920 на 1200 точек и обладает поддержкой мультитач-жестов. Толщина корпуса составляет 7 мм, а весит планшет 480 граммов. По длине и ширине аппарат укладывается в размеры 245 на 158 мм. Кнопки управления, динамики и зарядный интерфейс USB Type-C традиционно разнесены по торцам корпуса. Что касается встроенных фотографических модулей, разрешение фронтальной камеры составляет 2 мегапикселя и 5 мегапикселей у тыльного датчика. Для видеосвязи этого будет вполне достаточно. За автономность отвечает емкий аккумулятор на 7000 мАч, так что от Chuvi HiPad Air можно ожидать хорошей автономности при сбалансированном использовании. Из особенностей отметим наличие двухдиапазонного датчика Wi-Fi, поддержку современного протокола Bluetooth 5 версии, FM-тюнер и встроенный датчик освещенности, который позволяет автоматически настраивать яркость экрана под окружающую обстановку. А вот поддержки сим-карт и мобильных сетей не предусмотрено. Впрочем, при условии невысокой стоимости это вряд ли можно посчитать значительным минусом модели.